это, скорее всего, друзья, была султанская ложа, я так думаю. Может быть, скорее всего, да, султанская ложа. Видите, еще балкончики есть вверху. Мечеть просто, это такое, это такая красота, что просто вам не передать. Друзья, я даже не знаю, почему она не туристическая. Почему сюда люди не приходят. Только паломники. Не знаю. Замечательная мечеть. И посмотреть. Друзья, мы входим в высыпальницу потихо. Я буду молчать, потому что там охранник. Я просто вам буду показывать. Друзья, немножко отсвечивает стекло. Могила находится за стеклом. Не хочется вам показать, но видите, отсвечивает. Такое вот черное, черное, красивое покрывало. Кованое, очень красивое, кованое такое вот оградка. И массивная, массивная чума. Очень красивая усыпальница, такая немножко темная. Видите, какая роспись красивая. Отсвечивает немножко свет. Вот. Очень чисто. Стекло отсвечивает и не дает увидеть вам ничего. Дорогие друзья, мы пришли к усыпальнице Фатиха Мехмед Султана. Сейчас мы туда пройдем, посмотрим. Здесь тоже очень высокий портик, видите, красивый. Я хочу вам показать портик. Вот. И рядышком, видите, мечеть. Сейчас мы немножечко вам покажу окна. Окна очень красивые. Видите? Она такая, как бы, видите, двухъярусная. И здесь также во дворе находится усыпальницы других знаменитых людей. Мы сейчас тоже посмотрим.
друзья. Также мы вот подошли к усыпальнице Гюльбахар Хатун. Она была женой Фатиха, и она мать наследника султан Баязид II. Султан Баязид – это дедушка Сулеймана Великого. Вот мы сейчас посмотрим усыпальницу жены султана Фатиха. Вот видите, получается, вот его, вот Фатиха усыпальница, дальше мечеть. И мы сейчас зайдем, посмотрим усыпальницу Гюльбахар Хатун. Вот, друзья, мы зашли в усыпальницу. Здесь покоится Гюльбахар Хатун. Вот она. Это мама Баязида и жена султан Фатиха Мехмета. И также вот другие родственники с ней. Сарайлы, это значит женщина из дворца. Сарайлы Кадын, это тоже женщина из дворца. Ну, вот смотрите, такой стиль. Очень чисто.